Всем здравствуйте, дамы и господа, дорогие друзья. Как и всегда, с вами Ахмед Медок. Мы сегодня вместе с вами погуляем и вам покажу место, которое называется Ниъмабей. Много из вас знает Ниъмабей. Называется Ниъмабей, еще по-другому называется Марина, еще называется залив Ниъмабей. Давайте вам покажу, что здесь есть, и тоже вам покажу отели, которые находятся на Ниъмабей. И первый отель, который можете посмотреть, отель, который за мной, этот отель, который называется Tropical Ниъмабей. Мы сейчас вместе идем дальше и вам покажу. Дорогие друзья, не забудьте подписаться на мой канал, напишите комментарии и напишите, если что-то надо, хотите посмотреть, я снимаю и вам покажу это. Напишите на комментарии и сделайте лайк. Идемте дальше. Дорогие друзья, здесь смотрите за мной отель, который называется Marina Charm. Этот отель называется Marina Charm и раньше назывались Хелнан Марина. Это считается первый отель в Шарм-эль-Шейхе. И в Шарм-эль-Шейхе были в этом районе отель Хелнан Марина, или который сейчас называется Marina Charm, который вам видно за мной, и отель, который называется Катаракт, и который строили этот отель, это израильтяне, когда они захватили Египет, как я раньше вам сказал, в 1967 году, и захватили весь Синай. Они здесь были в Шарм-эль-Шейхе и строили несколько отелей, как отель Хелнан Марина, который вам показал, который за мной, или который называется Marina Charm. И тогда Шарм-эль-Шейхе назывались Офера, не Шарм, не Шарм, не назывались тогда Офера. Но сейчас, как известно, как все знают, это называется Шарм-эль-Шейхе. Пойдемте дальше. Дорогие друзья, когда вы гуляете на Ниъмабей и идемте прямо, в конце получаете или увидите борт. Это который называется борт Ниъмабей. Здесь мы на пляже Ниъмабей. А все отели, которые на Ниъмабей, это их пляжи. Здесь рядом с каждым отелем есть свой пляж. Но пляж, который на Ниъмабей, это обещанный пляж, как вообще вам видно здесь. Это для желающих обещанный пляж, который есть дети, и они просто купаются, не хотят коралловый пляж, не хотят камень, хотя просто обещанный пляж. Это лучше для детей, если есть дети и маленькие дети. И особенно здесь тоже, здесь не глубоко. Здесь мелких. Я вам сейчас покажу. Здесь, дорогие друзья, как вам видно, здесь песчаные пляжи. И не глубоко. Можно вообще на 15 метров и даже 20 метров можете ходить вообще в воды. И ваши дети смогут здесь купаться. Для них это вообще будет нормально и не опасно для них. Поэтому для которые они сюда приезжают с детьми, хотят купаться, где песчаный пляж, вы сможете здесь заказывать отели, которые на Ниъмабей. Например, а какие здесь отели? Здесь вы посмотрели отель Marina Charm, уже я еще вам покажу, который перед вами. Это отель называется отель Marina Charm, или раньше назывались Хелнан Марина, который я вам сказал, что это первый отель здесь в Шарм-эль-Шейхе. И вам сказать, что которые строили, это израильтяне. Но когда израильтяне построили этот отель, когда они захватили Синай, это не было это здание, это было вообще маленькое здание. Но это здание, это египтяне, они, которые это строили, когда вообще мы получили нашу землю обед. А здесь еще увидите этот, который чуть-чуть зеленый, высокий.
Это отель называется Лиду. Ну, это единственный отель, который на Намабе, который небесный, глубокий, и еще там есть кораллы. А что еще? Какой отель есть еще? Вам сейчас покажу. Здесь, дорогие друзья, пляжный отель, который называется отель Жюлевиль. И отель Жюлевиль — это тоже хороший отель и красивый отель. И там вкусное питание. Если желающих, можно в этом отеле. Это хороший, очень красивый, очень хороший отель. И здесь есть тоже отель, который называется Файруз Шарм. Или раньше назывались отель Хилтон Файруз, и это его пляж, и отель Хилтон Дрим, тоже напротив друг друга, который первая линия, отель Хилтон Файруз, тоже хорошие отели, но которые отель Жюлевиль, это лучше. Смотрите, как здесь с детьми. Вы тоже так можете вообще сделать, так и дети играют. Здесь дети купаются. Для них это вообще спокойно, как вам сказал, потому что здесь не глубоко, и как вам видно, вечерний хороший пляж. Здесь мы уже посмотрели пляжи и смотрели районы Намабе. И как уже вам видно перед вами, я все вам показал. И хочу вам сказать, дорогие друзья, здесь, когда вы в районе Намабе, можете не только поплавать, купаться, где бешеные пляжи, и с детьми так играйте, как за мной. Еще здесь можно заниматься спортом, и тоже здесь можете кататься на банане, на парашюте, и тоже на подводной лодке, и смотрите рыбки и кораллы тоже. Это легко, это около вашей пляжи. Это районе Намабе. Надеюсь, что мой видео вам нравится. Я еще, дорогие друзья, вам много покажу и много расскажу. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал и написать комментарий. И как я вам сказал, что-то хотите узнать про Шарм-эль-Шейх, пожалуйста, напишите на комментарий. И абсолютно я специально сделаю вам видео. И в конце не забудьте сделать лайк. Вам всего хорошего и здоровья. Счастливо вам. До следующего видео. Пока.